В октябре в парке имени первого президента Казахстана прошел форум сторонников Нурсултана Назарбаева. Представители трудовых коллективов, предприятий области, политических партий и неправительственных организаций собрались, чтобы выразить уверенность, что будущее нашей страны связано только с именем действующего главы государства. Актюбинская область вошла в тройку регионов с наибольшей явкой избирателей. Явка на избирательных участках составила более 95%, рассказывает Максим Бранцев. Экономический и социальный подъем Казахстана за годы независимости – заслуга президента, уверены участники форума сторонников Нурсултана Назарбаева. В Центральном парке Актобе выразить поддержку главе государства собрались более 5000 человек. Время показало в течение 20 лет, что у нас формировалось сильное государство. Почему наши активисты 95,5% отдали голоса? Мы воочию убедились в том, что президент хотел сделать нашу страну, которую узнала вся земля. По предварительным данным, обнародованным Центром избиркомом, в воскресенье в выборах президента приняло участие более 95% актюбинских избирателей. Я голосовала за Нурсултана Абишевича Назарбаева, потому что в стране спокойствие и мир. Мне кажется, для народа это самое главное. В Актюбинской области было открыто 522 избирательных участка. Чтобы обеспечить высокую явку избирателей, на протяжении нескольких дней перед выборами представители избиркомов встречались с актюбинцами. За ходом выборов в регионе следили около 50 международных наблюдателей. На всех избирательных участках обязательно присутствуют наблюдатели. От общественных организаций, вот скажем, от коммунистической партии, от ОБСЕ. Это говорит о том, что прозрачные выборы, демократичные выборы. Наблюдатели от СНГ заявили, что внеочередные выборы президента Казахстана в Актюбинской области прошли открыто. В областную избирательную комиссию заявления от наблюдателей о нарушениях также не поступали.